Всем привет и здорово, с вами сегодня снова Saints Warriors, и сегодня у нас The Lost Bar. Сегодня у нас порадовал такими плюшками, как Veritax Prism, что является, по сути, повтором. В принципе, очень неплохое арч-оружие, также пистолетный гамбит, является тоже повтором. И новенькое, то, что он сегодня нам привез, это мутаторы. Первый мутатор это у нас на винтовку. И второй мутатор это мутатор на дробовик. В принципе, ни много ни мало, не особо полезные, но не особо плохие, но тоже довольно интересные. Спасибо и на этом. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.